Сегодня юбилей у нашей школы, и хотим поздравить вас с этой знаменательной датой. Құрметті Өскемен қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінің ұжымы, алтын ұяларыңыздың 10 жылдық мерейтойымен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Ұстаздық жолының қиындығы мен төзімділікке толы екендігін әрбір адам түсінеді. Мектеп ұжымына оқушыларды білім нәрімен сусындату жолында ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға демекші, тек қана сәттілік тілеймін. Тағы да мереке құтты болсын. Dear teachers, students, parents and staff, congratulations for the 10 years anniversary of our school. It's been 10 years of collective hard work and study, 10 years of Olympiads, projects and contests. Праздник – ночь важных. Поздравляю всех вас я. Пусть растет и процветает наша дружная семья. Дорогая Альма-Матер, супершкола, знаний край. С юбилейной своей датой поздравления принимаю. Сотрясают твои стены, пусть детишек звонкий смех, подтверждая неизменный тяги к знаниям успех. И не сходят пусть улыбки с добрых лиц учителей. Ведь помарки и ошибки лишь в тетрадях у детей. А в сердцах цвет вечных истин, настоящими людьми. С твоего крылечка в жизни предстоит сойти самим. Так побольше медалистов, ярких, творческих побед! Будь красивой, светлой, чистой, школа наша сотни лет! Our parents support us every step of the way. We are grateful for this. Our students never cease to amaze with their hard work and talent. Let's not stop there. This is our celebration. For the 10th time, we are joyful and proud of our Nazarbayev Intellectual School. Congratulations! The best is yet to come. Родная школа, вот светлый юбилей, тебе хотим мы все в любви признаться. Спасибо, школа, за таких учителей, что помогают нам все время развиваться. Для нас навек ты будешь нашим домом, который примет нас, поддержит и поймет, в котором все привычно и знакомо. Для нас всегда учитель каждый ждет. Благодарим тебя, мы школа, за мудрость, знания и за наш любимый класс. Желаем только процветания, что принимала ты всегда радушно нас.